Здравствуйте, Валерий Константинович. Это наш Алексей Иванович пишет мне письмо. Здравствуйте, Валерий Константинович. 14 марта не стало с нами Латенкова Юрий Алексеевич. Вот. 14 марта ваш вебинар. Знаю, что вы помните об этом. Да, помню. Я позвонил Гале Латенковой, поговорил с ней. Сказал, что мы помним Юру. Вот. Спросил у нее принципиально. Я спросил у нее. Продолжаешь? Да, продолжаю. Сказать об этом всем? Да, скажите. Мне отлегло от сердца. Сейчас там уже не только простые садоводы. Там должна быть очередь из этих самых, из академиков. Сегодня, да, а что будет завтра? Уникальный сад. Так. Если останется время, покажу вам фотографию всего сада. Ладно, переходим к грустной теме. Сейчас я вам покажу. Многие присоединились по ходу. Многие плохо знают нашего друга Латинкова. Диск номер 7. Те самые, 300 рублей. А здесь пути селекции, полезные советы, организация питомника. Взгляд за горизонт, это для самых этих. Вот. Кстати, в 2012 году этот был создан диск. И в 2012 году, вот, это досье на моих друзей. Ну, пропускаю Татьяну Александровну Нагу. Вот, хотя она заслуживает высочайшего поклонения нашего. Ну, сегодня грустная дата у Латинкова. Давайте мы сейчас. Вот, видите? Юра с Галей. Вы знаете, как получилось, да? Вот одно, вот что такое мы одной крови? 3 дня в Челябинске, 3 вечера шли делегации ко мне. Самые крутые садоводы Челябинска. Вот. Неудобно называть фамилию, знаете почему? Хотя я их уважаю. Но когда я уехал, вдогонку понеслись почему-то много злобных высказываний. Я им показался. Наверное, мне не надо было это рассказывать о своих идеях, потому что они звучали настолько дико. И вот на третий день, чуть стало тише, ко мне появляется вот эта сладкая парочка. Юра приносит, говорит, а я не знал, что на свете есть. Приносит, это была зима, почти весна, приносит вкусными грушами зимними. Мы разговорились, и отсюда пошла наша дружба. Уже в следующий приезд, когда я это, Сергей организовал мой доклад на слете, 8 часов я выступал, говорил, 8 часов. Вот. Фильмы сняты. И тогда я уже ночевал у Латинкова, и уже тогда я понял, это выдающаяся личность. Выдающаяся. И вот. Когда он мне вот эти фотографии прислал, да, я очень быстро. Если кто-то что-то запомнил, ну, потом вернитесь, еще раз откройте этот фильм, почитайте вот это все. Вот. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А, кстати, про меня написано. Лучше, ну ладно, но сегодня не про меня. Вот. Вот это, вот это. Специально вот так вот тяну. Пожалуйста, потом вернитесь к этому. Это бесценная информация. Бесценная. Я сейчас объясню, что было дальше. 11-й год. 20 лет прошло. Я же вырастил его черенки, я вырастил его кустарники. Вот все правильно. И это, я надеюсь, вы прочтете. Вот. В общем, все это не устарело. Идем дальше.
Нет возможности сейчас все это внимательно перечитать, прокомментировать. Нет. Вот отсюда пошло. Ага. Ну, вы видели это чудо, нет? Ну, где вы, у кого такое видели? Вы объедете все научные сады. А это сад Латинкова. А это? Ну-ка, вспоминайте. А? Почему человек умер в забвении? Почему не так никто ничего? Да вы купили весь сад, у них 5 или 6. Вдове несколько миллионов, привези рублей. Это сейчас они обесценились так, что это уже это. Не зря мы их деревянными называем. А? Ученый мир. Сегодня годовщина. Сегодня говорю все, что хочу. Так и мне хочется не говорить, а материться. Черт, как бы листать, чтобы аккуратно она двигалась? А может, вот так лучше будет? Сегодня мы его вспоминаем. Он сейчас в раю. Вот. И мы еще встретимся с ним. У меня растут его сорта. У него растут мои сорта лучшие. Серафим, академик, королевский. Это еще... А, к этому не имеет ни малейшего отношения. Вообще. Самостоятельная личность. Никаких не было. Это только когда подружились, мы начали делиться идеями, мы начали делиться сортами вот этими. Нет, медленно. Сильно много этого добра. Это мой долг, рассказать о человеке, равного которого на Урале 100% нет. Нет, есть там еще Сергеев есть, вот, Долматов есть. Ну, назовем первую тройку, первая пятерка в России. Это и есть Латинков. Некоторые, так же как мои, попали в интернет и украшают чужие сайты, ворованные фотографии. Вот это Галя. И кроме нас, нескольких сотен человек, весь остальной мир никогда не узнает о нем. Вот. Его фильмы есть в интернете. Ну и что? Тут же прибежали с этих в Челябинске, в Свердловске, там, в Кургане, везде есть институты, везде есть научные учреждения. Крутятся, живут в своем кругу, выращивают там что-нибудь. Вот. Настоящее садоводство в загоне. Я уже устал. Но сегодня его день, поэтому день памяти, поэтому я все равно до конца долистаю. Даже такой хоростью и то замучаешься все показать. Господи, что это за чудо-то? Как я на нее не замечал. Лимонная крупная, ух ты. Кстати, я нарезал черенки лимонки, то самое, которое все хотели. Вот. У меня одно дерево. Я решил, всем говорил, чернобаю лимонки нет, уже резать нечего. Я срезал 10 веток со своего единственного дерева лимонки, которое
раздобыл у Чернобаева, который занял второе место на конкурсе по вкусу всех Акасий. Второе место. Вот. 10 щенков. Срезал. А знаете почему? Заказы прекратились. Вот. Зубы на полку. Хотя бы эти 10 бы продать. Вот дальше опять текст, очень важный. Вот. Ну, знаете, а нет, это еще один человек, которого я называл выдающимся ученым. Это редчайший случай, видите? Вот. А Чернышов был настоящий ученый. Вот. А в моей книге есть глава ему посвященная. Все, друзья, нет ничего. Вот сейчас я знаете, что хочу сделать. Вот, сейчас еще раз показать вам его лицо Латинкова. Вот. Его наглую физиономию, наглую в том плане, что он обошел всю науку, по крайней мере, уральскую. Так, ну ладно. Где же ты? Дружище. Где ты, дружище? Где-то здесь рядом. Еще сказать о нем несколько слов. Вот теперь лица его не вижу. А, тогда, значит, выше. Сейчас, сейчас. Вот здесь где-то. Перед текстом. А, вот. Так вот. Эта сладкая парочка сотворила настоящее чудо. И вот когда я ближе с ним познакомился, когда он прислал мне эти фотографии, свои мысли, вот, его самые любимые слова были «Питерозис», вот, ой, там много чего. И вот, сколько мы создали, не один десяток телемостов, все это удалось задокументировать. И все-таки я его отругал. Я говорю, Юрий Алексеевич, как ты смел? Ты закопал талант. Ты столько вокруг всего. Такая техника, такая это. Все, каждому дереву подойдешь, про каждое дерево расскажешь, про все хитрости. Вот. Чтобы персики были у всех. Чтобы как ты умудряешься сохранять качество абрикосов, когда у меня не плывут, а у тебя не плывут. Вот. И мой последний телемост не состоялся как раз на тему, почему у меня плывут, хотя я этим горжусь, что плывут, а у него не плывут, а он этим гордится, что умудряется закреплять новые качества. Это я его ругал-ругал, и теперь у него появился не просто сайт. Вот, сейчас покажу. Сейчас покажу. Ага, вот не просто сайт, он часто есть на моем сайте. Вот он, видите, его нет живых, а вот он живой. Вот. И он создал после этого, после того, когда я его воспитывал, ругал, ругал по-дружески, он создал много полезнейших фильмов. Поняли, да? Видите? Множество полезнейших фильмов. И они все еще YouTube. Они так же, как мои. Они совершенно, хотя показывают чудеса необыкновенные. Вот. Абрикосовые деревья, которые ломятся, вот буквально ломятся от плодов. И тишина. А вокруг вот эти специалисты, которые учат убивать. А у них у этих специалистов просмотров десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. А у нас там несколько сотен, несколько тысяч. И остались мы в этом маленьком кружочке. Вот. Извините, я заканчиваю эту скромную, грустную речь. Почему? С одной стороны, мы столкнулись с уникальным человеком,
Талантище невиданное, неслыханное. Вот. Я хотел показать вам одну вещь. Может быть, в следующий раз. Да, наше время истекло. Вот. Ему удалось создать то, чего не получилось у Мичурина. Вот. И никому не надо. Все, друзья, грустно, извините, грустно, но сегодня годовщина не свадьбы, сегодня не годовщина дня рождения, сегодня годовщина смерти. Поэтому на такой грустной ноте я заканчиваю разговор. Царство тебе небесное, Юрий Алексеевич. Вот, таких, как ты, должно быть в каждой деревне, в каждом поселке, в каждом городе по десятку. Вот, я как могу борюсь уже за тебя, за двоих. Борюсь с тем, что это, с этим диким невежеством, которое процветает. Дичайшее невежество. Все, друзья, мы заканчиваем эту грустную часть, а впереди переход к письмам, вопросам, ответам.